Юлина Попова снова порадовала земляков своим появлением на экране. Певица прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» на Первом канале. Не такая, как все, и внешне, и в исполнении. Именно эти качества и собственная версия песни Лены Темниковой «Импульсы» заставила повернуться одного из судей проекта. Певицу Пелагею продолжит Марианна Кутухова. Необычная, эмоциональная, ранимая и невероятно талантливая. Именно такой помнят преподаватели Юлину в высшей школе музыки. 6-летняя Юлина поступила в отделение фортепиано. Здесь она училась до 9 класса. Обычная девочка, которая поначалу плакала, что у нее нет друзей, за годы учебы превратилась в активистку и уже на первых концертах выступала как звезда. У Юлины было невероятной красоты алое большое платье, пышное такое. И она села за инструмент и так очень артистично поправила оборочки этого платья. И мы поняли, что все было задумано только ради этого. То есть такое эстрадное ощущение самой себя, в общем-то, было, наверное, свойственно уже тогда и. За творчеством Юлины следят и в музыкальном колледже, особенно свою подопечную. Одной из ключевых фигур хорового ансамбля здесь, в Якутске, поддерживает Светлана Антонова. По ее мнению, выступление в «Голосе» – это очередное яркое самовыражение певицы. Очень достойное выступление, очень. Ни на что не похожее, оригинальное. Выступление такое индивидуальное сугубо, вот именно вот по ее темпераменту, по ее натуре. По словам Юлины, она никогда не любила петь песни, как в оригинале. Необычное исполнение – вот чего от нее всегда ждет ее зритель. Неожиданно и непредсказуемо будет и дальше в шоу «Голос». Да, я не могу ничего говорить, но, тем не менее, вы, ну, будете рады, потому что следующий эфир в разы круче. Я хочу передать всем привет, хочу очень приехать, надеюсь, что я скоро приеду. И дай бог, чтобы концерт прошел. Но пока еще нет никаких афиш, но тем не менее, ну, понятное дело, что он будет. Я просто очень этого хочу. О том, когда будет следующий эфир с участием Юлины, будет известно совсем скоро на ее странице в соцсети. Марианна Кутухова, Илья Жараев, МВК Саха, Якутск.